У жителей деревни Борозда каждый день новости, мы уже шутим. Вышел за забор, сразу новость. Нам сегодня какие-то привезли опоры. Наверное, это будут еще какая-то линия электропередач, надо уточнить. Недавно появились метки из арматуры, прямо посередине дороги стоит арматура с красным флажком и с красным крестом. Сейчас попробуем уточнить. Вот интересно, что это будет. Сейчас попробуем как-то это уточнить. Но подходить, честно говоря, нельзя, когда работает строительная техника. Оказывается, нам уже пояснили, что у нас, несмотря на то, что ставили столбы год назад, их будут демонтировать и ставить новые опоры. Так что у нас будет еще одна новая теперь линия электропередач, только зачем, совершенно жителям это непонятно. Но будем смотреть, как будут развиваться дела дальше, поскольку уже и метки, металлические штыри посередине, видите, где мы сейчас с вами стоим, дороги у нас появились. В общем, не знаю, какие-то события в деревне Борозда и где вот поле. Вон Ленинградское шоссе и стройка Мерлена. Будем, как говорится, наблюдать. Нам бы администрация лучше бы дорогу бы сделала.